В ДТП рядом с поселком Катунино погибла женщина. Авария случилась накануне вечером. По предварительной информации, автомобиль Toyota RAV4 выехал на встречную полосу, где в лобовую столкнулся с автобусом. В пасеке находились только водитель с кондуктором. Они не пострадали и сразу вызвали спасателей. В кроссовере ехала семья, водитель с женой. Ехал в сторону города, встречную машину занесло прямо мне под колеса. Я начал тормозить, буквально в метре передо мной произошло. Вариантов не было. По прибытию столкновения рейсового автобуса 125 маршрута с Toyota RAV4 на месте уже находилась 94-я часть. Как бы водитель был уже и бригада скорой помощи. Водитель находился уже в скорой помощи, а девушка, зажатая в машине Toyota RAV4, как бы сказать, уже без пульса, пульс не прощупывался. У пострадавшего мужчины черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки и, возможно, перелом колена.